Сегодня за все выступление, которое было сегодня, так, я услышал только от троих человек контролируемое оспаривание. Антонович, Гращенко и Соловьев. Остальные выдвинутся в зал проявления. А его нет. О чем говорит, то чего нету. Белорусский станок, вот, который молодцы, делайте первые шаги. Который в 2 раза стоит дешевле немецкого и в 1,5 раза польского дешевле на сегодняшний день. Где мы были 20 лет, 25 лет назад? Почему сегодня 30-летний парень идет, ищет в Минске, в Бресте, в Могилеве специалистов, которые по моим чертежам делают вот это оборудование? Частично скопированное со Шлая, где-то частично скопированное с польского станка, частично скопированное с арабского станка. Лучше и свое что-то привнесено сюда в этот станок. Почему вы не сделали этого раньше? Вопрос. У нас бы сегодня не было трений этих. Можно ответить? Почему? А очень... И очень кратко, вот это, значит, когда Хрущев развеивал культ личности, его спросили, а где ж вы были? Он спросил, кто сказал? И тишина. Вот и я там был. Почему? Время такое. И, ребята, вы молодцы, что вот идете, вот допустим, и молодцы, честь и хвала вам. Искусственное семенение, вот сидит Демкин, мы с ним тоже мединститут заканчивали, вот это так. Молодцы. Вот, они говорили о контролируемом спальне, потому что ее не было. А вот вы делаете шаг. Честь и хвала вам. Вот, честь. Спасибо. Спасибо. И как Леонид Леонидович правильно сказал, что в условиях кризиса надо экономить, правильно? И не покупать за 3000 евро станки, да? А можно сделать еще это все и у нас в Беларуси. Конечно. Вот и все. Да, но! Да, но! Вы знаете что? Я вам хочу сказать вот что. Вот вы молодцы, молодые ребята. Но не дай бог вот это пропагандировать, чтобы занимались этим. Должны заниматься специалисты, профессионалы. Очень высококвалифицированный, да. Я согласен, но у меня есть такое выражение. Это не у меня, это общепринятое выражение, я не знаю, не помню, кто точно его сказал. Не боги горшки обжигают. Сергей и Игорь, два брата. Сергей и Игорь, вы делаете инструментальное осеменение, да? Делаете. У людей получилось это сделать? Получилось. Дмитрий Константинович, вы делаете инструментальное осеменение? У Дмитрия Константиновича получилось это сделать. Правильно. Если сядете, попробуйте, съездите на семинар. Мой родной брат, съездил на семинар Богомолову один раз и один раз попробовал у Сергея и у Игоря на пачке. Сергей, у Андрея получилось? Получается. Писать вещи за станок, как я объяснял участникам семинара, и просто пробуешь. Твое это или не твое? Сможешь ты пользоваться станком? Получается на самом деле, что большая часть людей, пчеловодов, для них станок это как стамеска, как дымарь, только чуть сложнее. Ты садишься, манипуляторами подвигал, в микроскоп посмотрел, маточку в канюле опустил, и все делается. А дальше много технических моментов. Надо применить знания, здравый смысл, и все получается. Группы аналогов создали, папы, мамы известны, по 10-15 маток от каждого родителя и повели дальнейший отбор, а не то, что матки полетали неизвестно где, с кем, и будем пытаться разводиться. Спасибо. Вот человек, я же говорю про своего младшего брата. Про своего младшего брата. Человек сделал осеменение 2 раза. И 2 раза у него получилось. Все. И как Сергей сказал на семинаре у Богомолова, у тебя, говорит, получилось классически. Да, Сергей? Классически, как это должно выглядеть в чистом виде. С 1 раза. Ладно, спасибо.